Всем привет! Мы уверены, буквально каждый из вас знает, что в мире существует великое множество всяческих изобретений, которые могут облегчить вам жизнь. Да что уж там, многие их покупают, с удовольствием пользуются ими и радуются совершенной покупке. Однако существуют и такие штуковины, которые по задумке создателей должны были стать полезными для общества, но в итоге получились абсолютно ненужными вещицами. Хотите посмотреть на них? Итак, это 10 самых глупых товаров из всех, которые только можно купить. Поехали! Унитаз на колесах. Знаком момент, когда вы внезапно застряли в пробке, вам нужно в туалет, а рядом, как назло, ничего нет? Неприятное ощущение, согласитесь. А как вы смотрите на возможность сходить в туалет, не выходя из транспортного средства? Бред какой-то, скажете вы. Но как бы не так. Над этим вопросом всерьез задумался британский водопроводчик, который решил построить самый быстрый в мире функциональный туалет, оснащенный двигателем от мотоцикла с объемом 140 кубических сантиметров, который установлен под сиденьем. Колин Фурс, именно так зовут этого умельца, потратил месяц на то, чтобы создать этот уникальный унитаз. Он оснастил свое творение бачком с водой, которую запросто можно смыть одним нажатием кнопки на руле. Изобретение этого умельца работает на бензине и может достичь скорости в целых 95 км в час. Правда, создатель такого диковинного девайса не учел, что его транспортное средство на большой скорости разбрызгивает воду во все стороны, да и управлять им довольно непросто. Сам унитаз довольно скользкий, а на высоких скоростях на нем достаточно трудно усидеть. Так что не удивляйтесь, если где-то на дорогах мимо вас стремительно промчится унитаз. Вам не показалось. Симулятор пупырышек. Есть некоторые виды деятельности, от которых довольно тяжело оторваться. Кто-то непрерывно щелкает ручкой, кто-то стучит в такт музыки по столу, а кто-то просто обожает лопать пупырышки из полиэтиленовой упаковки. Выдавливание воздуха из небольших надутых полостей сопровождается просто завораживающим звуком. Да, от этого практически нереально отвлечься, пока не лопнешь все до одного. Однако волшебные пузырьки рано или поздно заканчиваются, что может огорчить разыгравшегося человека. Специально для фанатов этого процесса одна японская компания представила незаменимое решение. Маленький брелок, который способен заменить несколько квадратных метров пузырчатой упаковки. При нажатии на пластиковую кнопочку характерной формы издается звук лопающейся пупырышки. Чтобы не дать своему владельцу увлечься процессом до бесконечности и не впасть в состояние лопательного транса, разработчики безделушки догадались добавить функцию воспроизведения случайного звука после каждой сотни взрывов. Иначе, достав ключи, на которых висит этот чудо-брелок, можно будет запросто простоять у двери несколько часов, так и не попав домой и потеряв кучу времени. Зонтик для всего тела. Видели когда-нибудь такой причудливый зонтик? Мы нет. Если вы тоже не видели, показываем. Это изобретение было создано, чтобы защитить все ваше тело от ненавистного дождя. У этого зонта есть точно такая же ручка, как и у обычного. Его нужно также держать в руках, но закрывает он вас целиком и полностью. Конструкция одевается на вас сверху и расстегивается от головы до самых ног. Такое чудо как будто заковывает вас в прозрачную клетку и стесняет ваше движение. Однако, если вы встретили знакомого на улице, находясь под куполом такой довольно странной защиты, у девайса есть люк в области лица, открыв который вы сможете насладиться разговором с собеседником. Если вам все же захотелось приобрести эту сомнительную вещь, будьте готовы к косым взглядам со стороны и направленным на вас камерам смартфонов. Бюстгальтер Гольф. Так, а тут у нас что? Эта вещь женского гардероба – настоящий трансформер. Она создана специально для фанатов, точнее для фаната гольфа, которые и дня без него не могут прожить. Суть причудливого атрибута одежды заключается в том, что с первого взгляда он выглядит как обычный бюстгальтер, но на самом деле раскладывается вот в такую мини-лужайку. Конструкция этого бюстгальтера включает в себя карман для запасных мечей, лунки, а также динамик, из которого доносится фраза «отличный удар» при каждом ударе по мячу. К сожалению, создатели приспособления не учли тот факт, что непосредственно во время игры женщина остается топлес. Кстати, интересный факт. Компания-разработчик этой вещи также производила бюстгальтеры в виде чашек для супа, а в наборе с ним шли столовые приборы. Кибернетические уши. Сегодня технологии, которые еще буквально несколько лет назад нельзя было представить себе в повседневной жизни, используются далеко не для продвижения прогресса.
Вот как, например, эти уши. Они реагируют на изменение состояния и настроения пользователя. Уши опускаются, когда вы находитесь в спокойном состоянии, и поднимаются, когда вы чем-то заинтересовались. Встроенный датчик очень чувствителен и не просто реагирует на температуру, а улавливает электромагнитные изменения мозга. Конечно же, такое изобретение могло появиться только в Японии, стране, фанатеющей от разных забавных и даже местами глуповатых гаджетов. На самом деле мы так и не поняли, для чего конкретно нужна эта странная игрушка. Однако ей можно найти применение. Если вас, к примеру, не понимают родители, этот аксессуар, будучи надетым на вашу голову, поможет вашим родителям определить, что вам действительно нравится, а что нет. Костюм швабра. Эта штука должна вам понравиться, если у вас есть младший брат или сестра. О, черт! Представьте себе ситуацию. Родители отлучились в магазин, а вам поручено не только присмотреть за младшими, но и убраться в доме. Создатели этого детского костюма все продумали и точно знают, как совместить два в одном. Одевайте малыша в этот костюм, плюхайтесь на диван и наблюдайте, как дело делается само. Этот детский комбинезон оснащен нашивками из микрофибры, которые обычно используются в швабрах. Она сделает ваш пол намного чище и соберет пыль, пока ребенок ползает по его поверхности. Может показаться, что это весьма полезный атрибут одежды, так как он приучит ребенка помогать вам, сэкономит ваши силы, время и электроэнергию, которую вы потратили бы на использование пылесоса. Правда, такая одежда почему-то не пользуется популярностью. Мы все же думаем, что это из-за ее странного вида. Впрочем, при желании подобный наряд можно изготовить и самостоятельно, оторвав чистящую ленту от швабры и пришив ее к домашнему костюмчику вашего брата или сестры, пока не видят родители. Гавайский стул. Внешне этот стул напоминает кресло для офиса. На этом, пожалуй, сходство с офисной мебелью заканчивается. В ручку гавайского стула вмонтирован специальный пульт, с помощью которого можно управлять сиденьем-массажером. Собственно, последний является тем технологическим элементом, который превращает обычный стул в тренажер. Его сиденье вибрирует и вращается, но не вокруг своей оси, а по кругу, имитирующему движение, как если бы вы вращали хула-хуп. Движение и вибрация заставляют вас постоянно напрягаться, иначе вы просто не сможете держать равновесие и свалитесь на пол. Таким образом, якобы мышцы вашего пресса, ног, рук и спины постоянно работают, приводя ваше тело в тонус. Производители данного пассивного тренажера уверяют, что это невероятно нужная вещь как дома, так и в офисе. С его помощью можно здорово экономить время, ведь пока стул включен и заставляет работать ваши мышцы, вы можете читать, вести телефонные переговоры, работать за компьютером, заниматься бумажной работой. Но, правда, нам что-то с трудом верится, что, сидя на этом стульчике, вы сможете сделать что-то полезное, удержаться бы на этом аттракционе. Бюстгальтер для жидкости. Оригинальный способ визуального увеличения груди для смелых леди, обожающих нестандартные решения, предложили разработчики одной британской компании. Они выпустили бюстгальтер со встроенной полостью внутри, заполняемый водой, соком или любым другим напитком по желанию владелицы. Напиток, разумеется, вполне доступен для употребления в процессе ношения этой деликатной части женского наряда. Выполненная в спортивном стиле из эластичных материалов, эта вещица обладает максимальной вместимостью жидкости 750 мл и выпускается в двух универсальных размерах. Маленьким и средним. Производитель обещает удобство и комфорт изделия при ношении, заливании напитка и очистке полости от его остатков. Доступ к напитку обеспечивает специальный клапан сбоку со встроенной в него трубочкой. Казалось бы, полезная вещь, однако про утечку жидкости из-под майки создатели девайса почему-то умалчивают, а мы нет. Так что, девочки, хорошенько подумайте, прежде чем пялить на себя такую сомнительную вещь. Air Curler. Девушки и парни с длинными волосами. Это оригинальное приспособление было задумано специально для вас. Если вам надоело постоянно обжигаться горячими щипцами для волос или плойками для того, чтобы сделать локоны, вот оно решение. По задумке производителей, специальный контейнер для кудряшек крепится к фену. Для того, чтобы получить завитки на волосах, нужно поместить мокрую прядь в емкость и просто включить фен. Со стороны кажется, будто ваши волосы находятся в миксере или блендере. Но на самом-то деле воздух, выдувающийся из фена, заставляет закручиваться вашу прядь одновременно высушивая ее. Если честно, нам кажется, что эта насадка не очень-то и работает, поэтому мы считаем ее достаточно глупой. Интересно, кто-нибудь вообще проверял ее в действии? Занавеска с шипами. Ну и напоследок мы оставили самый бредовый бред. Чтобы экономить воду, дизайнер из Лондона по имени Элизабет Бюхер разработала специальные занавески, которые в обычном состоянии напоминают полотно с мешочками. Однако стоит вам замешкаться в душе, как карманы наполняются водой и превращаются в шипы, буквально вытесняющие вас из ванны. На принятие душа у вас есть ровно 4 минуты. Изобретение отлично подойдет тем, кто привык совмещать водные процедуры с пением или другими занятиями, не имеющими отношения к мытью. Такая занавеска даже была прозвана «зеленым
Ледяным воином. Мы не думаем, что тканевые шипы способны вам причинить такую боль, чтобы вы как ошпарины вылетели бы из душа. Однако вам лучше поторопиться. Прикольные гаджеты, технологии будущего, удивительные изобретения и другие крутые фишки, связанные с техникой, на канале Техзон. Подписывайся, не пожалеешь. Ссылка на экране и в описании. А на этом сегодня все. Моя мастерская, твое настроение.